Апартаменты Омаха располагаются в Элкорне. Двушка. Первый этаж. Цена $825. Очень свежая постройка. Большая зала. Плюс этих апартаментов в том, что здесь находится и стиральная машина, и сушка. Так что получается очень серьезная экономия по расходу на стирку белья. Это крайне редко встречается в Америке. Как правило, это есть только в апартаментах, которые начинают стоить от 1000-1200. Холодильничек. Все уже вычищено и готово к приезду новых жильцов. Посудомоечка. Новая кухня. Элкорн достаточно неплохой райончик, шкафчик. Буквально через дорогу располагается High School, Middle School тоже находится на очень короткой дистанции. Так, тут технологическая комната, она закрыта. Еще один шкафчик. Здесь у нас проход в еще одну жилую комнату и первая ванна у нас здесь. Так, ну а вот это самое интересное. Это как раз то самое место, где находится стиральная машина и сушка. Меня до сих пор поражает, почему американцы используют вот такие старые модели. Мне кто-то объяснял, что производят их по той простой причине, что они крайне дешевые. И для тех, кто занимается сдачей апартаментов, нет необходимости резона ставить что-то экстра дорогое. Стандартная американская ванна со стандартной американской сантехникой. Так, зайдем сюда. Ну, вентилятор сейчас не нужен. И еще один шкафчик встроенный. Большой. И переходим в еще одну комнатку. Это так называемый мастер бедрум, где своя собственная ванна. То есть получается апартаменты двушка и еще две ванны. Очень удобно, когда в семье много народа. Коммуналка, электричество оплачивается отдельно. Но тут уже кто что нажжет. В этих апартаментах уже проживает одна семья из России. Сегодня только что общался по поводу оплаты коммунальных услуг. В зимний период что-то у них получилось многовато, под 150 с лишним долларов, даже чуть больше. Видимо, из-за того, что работают электроприборы, очень много расхода идет. Ну и вот выход. Также здесь получается такая совмещенная зала вместе с кухней. Американцы здесь не используют дополнительные светильники. Как правило, у входа есть выключатель и подключают какие-то торшеры или лампы. Вот. Прямо перед входом в эти апартаменты располагается парковка, что крайне удобно. И, соответственно, два выхода. Один выход на парковку с одной стороны. И, соответственно, с другой стороны тоже выход на вторую парковку. И там место, куда складируют мусор. Учитывая, что в этом здании проживает менеджер, который занимается управлением вот этих апартаментов, это говорит о том, что апартаменты достаточно высокого уровня и хорошего качества.
Ну и вот вторая парковочка. Рядышком есть небольшой парк, искусственное озеро, где можно погулять, магазинчики, банд, то есть все в шаговой доступности. Вот эти апартаменты. Чтобы было понятно, что находится рядом. Вот там через поле располагается комплекс фитнес-центра. Немножко правее располагается школа. Вот эта парковка, она относится к школе, это high school, то есть у кого дети уже идут в старшие классы. Это очень удобно, то есть прямо вышли из дома и сразу в школе оказались. Хотя здесь у них автобусы забирают детей. А вот впереди, прям по курсу, у нас гольф-клуб с большим полем. И вот там вдалеке виднеется Дорт-стрит, центровая улица города, по которой можно в течение получаса добраться до центра Омаха, до даунтауна. Thank you.